В Тверской области продолжается массовая вакцинация населения против коронавирусной инфекции. Для разъяснения жителям Верхневолжья вопросов иммунизации в регионе введена практика общения коллективов, предприятий и организаций с врачами региональных учреждений здравоохранения. Одна из таких встреч прошла на Тверском вагоностроительном заводе. О пользе вакцинации сотрудникам рассказал главный врач областного клинического лечебно-реабилитационного центра Александр Старцев. На Тверском вагоностроительном заводе сейчас трудится более 8 тысяч человек, многие из которых уже вакцинировались. Те, кто еще не сделал прививку, смогли задать эксперту свои вопросы. В частности, рабочие и специалисты завода интересовались, можно ли делать прививку людям с аутоиммунными заболеваниями, а также тем, у кого уже есть антитела, как отличить ковид от прочих вирусных инфекций и другие вопросы. Как отметил Александр Старцев, сейчас вакцинация – единственный способ защитить себя от коронавируса, а также остановить распространение инфекции. Вакцинация нужна. Вакцинация – единственный, я хочу подчеркнуть, эффективный метод профилактики коронавирусной инфекции. Один из самых эффективных. Да? Конечно, он не заменяет, а дополняет его средства индивидуальной защиты, да, с которыми мы продолжаем жить и использовать. Как отметили участники встречи, подобное общение с представителем отрасли здравоохранения по-настоящему бесценно. Многие из тех, кто еще не вакцинировались, намерены пересмотреть свое отношение к прививке от COVID-19. Александр Львович донес ту недостающую часть информации, которую не услышишь от желтой прессы, с телевидения. То есть непосредственно человек, которому можно доверять. Ну и как минимум за свою жизнь научился людей видеть, кому можно доверять, кому нет. А этот человек для меня, например, вызывает доверие. И его информации я верю. Всего на данный момент в Верхневолжье прививку сделали 337 тысяч 958 человек. Запас вакцины в регионе составляет более 70 тысяч комплектов. Ее количество постоянно пополняется. По поручению губернатора Игоря Рудени в прививочных пунктах Верхневолжья, востребованных у населения, увеличено количество специалистов. Всего в Тверской области вакцинироваться можно в 56 пунктах. Запись ведется в МФЦ по телефону 122, а также на портале госуслуги.ру и на сайте электронной регистратуры medrectverь.ru. По телефонам прививочных пунктов они размещены на сайте Министерства здравоохранения Тверской области.